Сортов картофеля на рынке десятки. Спрос большой. Покупают как мелкие, так и крупные клубни. Оптовая продажа немного дешевле, а в розницу можно купить от 20 до 30 сомов за килограмм. Бишенгуль Бектурова на рынке торгует уже не один год. Говорит, что цена на картофель практически такая же, как и в прошлом году. Отмечает, что в этом сезоне стало меньше перекупщиков. Фермеры зачастую реализуют товар сами. Многие крестьянские хозяйства занялись выращиванием картофеля. Дело прибыльное. В прошлые годы цена была хорошая и урожай высокий собирали. Были, конечно, случаи, когда не могли реализовать на рынке, картофель сгнивал или отдавали на корм для животных за бесценок. Но сейчас вроде бы все нормализовалось. Экспортировать картофель сложно в Россию и Казахстан. Там свой рынок переполнен и качество картофеля высокое. Хорошо бы было, если государство оказало бы поддержку в плане экспорта картофеля за границу. На рынках Бишкека картофель реализуется со всех регионов страны в зависимости от сезона. Сейчас преимущественно везут из Чуйской, Нарынской и Сыкульской областей. В то же время в последние годы значительно увеличился экспорт картофеля, отмечают эксперты. У нас потребность, это если 700-800 тысяч тонн, то в этом году у нас собрано 1 252 000 тонн. Ну, урожай хороший. Вот, несмотря на погодные условия, несмотря на все эти сложности и трудности, крестьяне вырастили хороший урожай. Ну, на данный момент, да, немножко есть вопросы с ценой. Сейчас, в данный момент, погода стала прохладной, и многие крестьяне с надеждой на то, что, не то что с надеждой, а весной все равно в любом случае будет дороже, вот, и заложили все свои хранилища. Закупать большие объемы картофеля выразил готовность и соседний Узбекистан. Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане заключили соглашение с узбекскими импортерами. Первая партия в 1000 тонн будет отправлена из Нарынской и Сыкульской областей. Картошка жетип турса. Поставки начнутся после всех лабораторных исследований, но качество нашей продукции отличное. И это не сезонный урожай и всегда востребованный на рынке. Согласно подписанному контракту, картофель будет поставляться в Узбекистан в течение года. В Кыргызстане картофель высаживают на более 72 тысячах гектарах, что составляет почти 6% всей посевной площади, по данным Минсельхоза. В этом году площади картофеля увеличились на 2000 гектаров. По сравнению с прошлым годом в результате собрано более 1 000 000 тонн отборного урожая. Внутренний рынок собственной продукции покрывается с лихвой, поэтому фермеры готовы выводить на экспорт крупные партии картофеля. Надежда Усова, Раскельди Кукульбеков, Алатау 24.